Всем привет, с вами канал Белостова, и мы с вами сегодня начинаем прохождение такой достаточно интересной хоррор-игры про одного хромого художника, который ходит по дому и творится всякая хрень в его комнатах, называется Liars of Fear. Я в нее когда-то как-то один раз проходил, и, естественно, как обычно, ради подписчиков я готов в нее переиграть и даже вспомнить ее, поскольку я в нее играл 2 года назад. Потому что эта игра меня заинтересовала как хоррор-игра. Я вообще так-то не очень любитель таких хоррор-игр, типа ужастиков, пугалок со скримерами. Но эта игра, честно, меня заинтересовала. Во-первых, у нее графон красивый. Концовки будут зависеть от моих действий, и мы будем разыскивать только одну концовку. Поскольку на все концовки я... Я знаю, каким ты себя ощущаешь. И внезапно тут русская озвучка. Потерянно. Одиноким. Безнадежно. Субтитры маленькие, но... Ты это заслужил. Но даже у тебя еще есть шанс. Шанс вернуть все, как было. Например? Единственное, чего ты когда-либо желал. Ладно. Допустим. Заверши картину. Заверши картину. Какую именно? Так. Оскар Уайлд. Картина Дориана Грея. Каждый портрет — это нарисованное с чувством портрет... Чё? Так, ребят, секунду. Так, ладно, ребят, продолжаем. Так. Так, ну... Вроде бы игра не лагает, если честно. Но... Так. Чё это такое? Не знаю, ребят, что это такое. Так. Ты чё, это намордник, что ли? Это чё, намордник? Нифига. Ты чё, пёс есть? Классно. Так, ладно. Чё? Так, чё тут ещё есть? Так, ну графика мне пока что нравится. Пока всё хорошо. Так, картина. Так, ладно. Так, ну чё, открываем? Или я её должен открыть? Я её должен открыть, ладно. Так, и что тут у нас? Вау, что-то чувствительность мышки тут огромная, ребят. Секунду. Так, ладно, ребят, продолжаем. Вот, сделал более нормальный этот. FPS, чтобы не приседал. Так. Так, что у нас тут? Тарелочки. Так, тут у нас кружечки, всякая прочая хрень. Так, блин. Так, тут фотка. Так, вот, собственно, скорее всего, главный герой, а это какой-то профессор. Окей, так, ладно. Что еще тут у нас есть? Так, тут что такое? Так, тут ничего нету. Здесь, вон, какой-то лежит. Шифрина. Ну ладно, шифрина. Так, это что? Подвал какой-то интересный. Ну-ка. А давайте зайдем наверх. Что там у нас наверху происходит? Мне просто интересно. Так. Тут у нас художник со стажем, смотрите-ка. Какие красивые картины. Прикольно, если честно. Так, пианино. О, классно. Вау! Вообще, я сейчас не ожидал. Покланцал по этим. Сейчас было. А что, дверь открыта, кстати? Ну-ка. Лестница упала. Ладно. Так. Хорошечно. Так, ключ. Нашли ключ. Записочка. Так, что у нас пишут? Прости, я все за тебя улажу. Сегодня будем только ты и я. Давай сделаем этот день особенным. Ты ведь обещал. Ключ. А при чем здесь ключ? Ну ладно, так, а чё? Так, очёчки, сигарочки, хорошо. Так, а чё? Так. Нет. Нет. Вот. Так, мой дорогой друг, позволь задать тебе всего один вопрос. Ты окончательно тронул с уму? Ну,
есть такое. Я знаю, у тебя сейчас нелегкие времена. Собственно, именно поэтому я и попросил тебя нарисовать эти иллюстрации по старой памяти. Так сказать, само задание было таким простым. Я-то считал, что уж красную шапочку ты сможешь нарисовать даже во сне. Я и подумать не мог, что детская сказка в твоем исполнении превратится в безумный кошмар. Я не собираюсь это публиковать, и уж жалею, что мы ранее договорились об оплате. Возьми себя, наконец, в руки. Твой старый приятель Лиам Бриксон. Издательство «Шепот сказки». Окей. Так, ребят, секунду, хочу проверить запись. Продолжаем, видео работает. Так. Все хорошо. Так. Так, что теперь здесь у нас? Так, ладно. Мы какой-то взяли ключ, но я не знаю, на чего именно. Мне вот сейчас вот интересно... Так, а вот это что за дверь, мне интересно? Так, это что? Работал всю ночь. Не будить. Это, типа, и твоя комната, что ли? Ну-ка, давай посмотрим твою комнатку. Воу. Даже музыка играет, классно. Отлично. Так. Воу! Ничего себе, у тебя тут спиртного, нахрена. Так, тут что? В смысле, не закрыть? Я наоборот хочу открыть, эй! Вот, так. И что, а вторая дверь? Давай, плиз. Угу. Так, ясненько. Так, тут что? Разбитое зеркало. Блин, так, вот что? Брошюрка там вон какая-то лежит. Я прям видел сейчас. Можно было брошюрку взять. Так, это что? Пожар во время торжественного открытия галактики. Кошмарные последствия пожара в универмаге. Десятки людей борются за жизнь. Ладно. Так, тут что? Открой. Что там лежит? Это что такое? Это типа зеркало, что ли? Ну ладно. Кровать, кстати, прикольная. А это что? А, это картина просто. Ну ладно. Просто на картине было нарисовано что-то, о чем я сейчас подумал. Так. Что это такое? Нельзя открыть. Ну ладно. Подожди, у меня аж ключ есть. Эй, алло. Алло, у меня есть ключ. Или это не от этого ключа? Ну ладно. Раз ключ не от этой комнаты. Хорошо. Тогда посмотрим что-нибудь еще. Так, здесь... А здесь что? Интересно, слушай. Интересно, реально. Так. Почему дверь открыта? Это детская комната. Здесь лежал ребенок. Ну или, по крайней мере, что-то похоже на него. Солдатик! Не оловянный, но деревянный. Красивенько. Так. Тут что? Тут никого. Так, открой шкафчики. Кубички лежат. Так, а тут что? Фломастеры, всякая прочая херня. Ладно. Так, что за картина у него лежит? Собачка. Хорошо. Так, и... А, соседнюю дверь нельзя открыть. А зачем тогда ключ нужен? Для чего нужен ключ? Мне интересно просто. Для чего здесь нужен ключ? От какой двери этот ключ? Может, еще здесь есть какие-нибудь двери, которые нужно, можно открыть? Например, вот это. Ванная комната. И, кстати, кто забыл выключить эту воду? Или откуда? Я вроде что-то слышу, но не понимаю, откуда идет вода. Ладно. Тут что? Компания протеза Альхилеса. Один протез голени. Как можно было ошибаться с длиной? Не-не, мы взяли уже все, хватит. Так, тут что? В смысле? Ничего нет. А интересно, могу вот присесть, например? Не могу. Да, не прыгать не могу, не присесть. Ну ладно. Тут ничего интересного нету. Так, еще какие-нибудь двери есть. Так, вот это что за дверь? Куда она ведет? Эта дверь ведет нас на кухню. А кухня у нас тут. На кухне есть что посмотреть. Еда. А это что, мясорубка такая, типа, что ли? А, это весы. Я могу на нее просто положить свою руку. Так, это что?
Просто кладовая, хорошо. Так, что еще можем посмотреть? Что еще мы можем посмотреть? Откройся. Так. Вон еще одна дверь какая интересная. С красными и зеленой какой-то херней. И записочка есть. Сэр, я не заходил в мастерскую, как вы и просили, хотя представляю, какой там беспорядок. К тому же, раз вы так сильно переживаете за эту комнату, не стоит разбрасывать ключи по всему дому. Я отнесла их к вам в кабинет. Хорошего дня. Я один... А, так вот откуда этот ключ. Это от моего кабинета. Ну, типа в мой кабинет. Ну, тут неплохо. Даже слишком. Так. Сундук. В нем в одном лежат бутылки, а во втором бутылки. Видимо, это бутылки с краской. Ну или что-то похожее, наверное, на краску. Так, кисточки. Все нужные. Воу. Кисточки. Кисточки выглядят как говно. Ну ладно. Так, что еще у нас есть? Так. Здесь нельзя открыть шкаф. Ни передний, ни правый, ни левый. Окей. Здесь что? Так, ничего нету. Ничего нету, зато там есть какая-то медалька. Интересная. И холст. Холсты, точнее. Так, тюбики. Так, и... Это чё? Что-то очень медленно так открывается. Так, ладно. Не-не, почитай. Возьми его. Так, мне осточертило общаться через записки. Мы живем в одном доме, в конце концов. Как закончишь, приди и поговори со мной до того, как ляжешь спать, а не после того. Понимаете? Так, давайте отодвигаем нашу эту материю. И что у нас здесь? У нас здесь ничего нету, абсолютно пустой холст. Нарисована какая-то земля и нарисована какая-то оранжевая херня. Окей. Ну все, можем идти. Ох ты ж, мать моя Богородица, а где я? Почему я оказался в совершенно другой комнате? О. Мать моя Богородица. Так, что у нас здесь? Картина, на которой нарисована смерть. Ну или, по крайней мере, на что-то похоже. Угу. Так, это что такое? А, это трубки курительные. Окей. Значит, наш главный герой слишком много курит. О! Что сейчас было? Интересненько. Ладно, так. Хорошо. О, у вас есть вентилятор. Круто. Главное, чтобы он не упал на бушку, а то будет бой на головушке. Going to circles. Хочешь по кругу? Слишком много бутылок. Ладно. А чё? Открой. Не-не, вон там вот есть фотка. Возьми её. Так, это, скорее всего, жена или сестра. И она на пианине играет. Ну, ладно. Так, дальше чё? Так, здесь чё? Снова курительная трубочка. И снова какие-то коробочки лежат. Так, пустой листок. Или не пустой? Не, листочек не пустой, но в нем очень маленький шрифт. Читать не будем. Так, бюст. Еще один бюст. И снова картина со смертью. Ну ладно. Пока ничего интересного я не нахожу. Но уже игра пытается меня куда-то ввести в, скажем так, в заблуждение. Мол, ты пошел не туда. В смысле? Я запер? Вау. Вау! А, это же я открыл. Это я шкаф открыл. Ладно. Так, у нас тут есть сундук, но в нем находится замок. Его, естественно, нужно как-то разблокировать. Естественно, я не знаю, какой код от этого замка. Как я его должен отгадать? Я не знаю. Перебирать числа не очень удобно. И не очень хочется. Так, и опять закрыто. Окей, будем искать подсказки. Так, я вроде... Вот. Давай. Так, открываем ящик, и что мы в нем видим? Кисточка, и на нем лежит бумажка.
Пока ничего. Чтобы могло быть на что-то меня натолкнуть. Проверяем шкафики. Так, в одном лежат бумажечки. Неинтересно. Так, фух, ладошка заболела. Ой, вспотела чуть-чуть. Так, ладно. Во втором у нас тюбики. В третьем у нас... Что-то похоже на подсказку. Возьми. Так, приглашение. Имею честь пригласить вас отпраздновать их свадьбу в субботу, 9 июня, в часовне Святого Луки, в 2 часа дня. Хорошо. И что это мне дало? Это мне ничего не дало. Это мне не дало никакую подсказку. Хотя, стоп, написано 9 число. Какого еще раз? Ну-ка, еще раз. Как там написано было? Итак, отпраздновать их свадьбу в субботу. Суббота — это 6-й день. 9 июня в 2 часа дня. То есть получается 6-9-2. Раз суббота — это 6-й день, по дням недели, это значит получается 6 должно быть. Почему не поворачивается? Что поворачиваться как-то по-дурацки. Нет, наоборот, вверх. Вот. 6. Затем 9 июня — это 9. Или июля там был 9 и 2. Да куда ты? Нет. Да почему ты поворачиваешься именно на 0 и 2? Нет. Алло. Нет. 9-6-2 тогда получается. Или 2-6-9. Ну ладно, будем перебирать комбинации. Так, 9. Давай, 9. 6. Нет, 6. 6. Нет. Тогда получается 2-6-9. Может, нет? 2-9-6. Ну-ка. Пока что единственная подсказка. 2-6-9, попробуем. Нет. 2-6-9. 2-9. 2-9-6 тогда попробуем. 9. Да почему ты на 0 все время? 9 и 6. 6-2-9 попробуй тогда. 6. Здесь будет 2. Здесь будет 9. И чё? Пока я, ребят, ничего не понимаю, что мне тут делать. Не, я нашел вроде что-то похожее на подсказку, на код. Значит, суббота, суббота — это 6-й день недели. 9 июня, ну. А, может, это было по порядку идти? Может, там было написано в субботу? А это значит первое число, скорее всего, 6, да? Ну-ка. Значит, получается, может, 6-9-2 тогда, может, да? Попробуй, 6-9-2, ну-ка. Чтобы по порядку идти, как было написано в письме. 6-9-2. А какой код тогда? Суббота, 6-й день недели. 9 июня, 2 часа дня. А может, наоборот, надо 2-2-9-6? Блин, капец, я перебрал разные комбинации, и ни одна не подходит. Почему? Ну, отпраздновать их свадьбу в субботу, 6-й день недели, 9 июня, ну, в 2 часа дня, ну. А чё неправильно-то? В чём прикол? Я это всё правильно сделал. Так. Блин, надо бы мне листочек какой-нибудь, чтобы записывать, какие коды я использовал уже. Так, 6-9-2 использовали. Тогда попробуем, значит, переставить. Попробуем тогда наоборот. 2-9-6. 9-9-9-6-2. Ну-ка, попробуй 9-6-2. Нет, не подходит. 9-6-2.
Тогда попробуй 2, 9, 6. Угу. Сейчас пробуем 2, 9, 6. Нет. 2, 9, 6. 2, 6, 9 тогда попробуй. 2, 6, 9. Так. 6, 2, 9 попробуй тогда. 6. 2, 9. Нет. Тогда 9, 2, 6. Почему 5? 9, 2, 6. 9, 2, 6. Нет. Какой еще код мы не использовали? 9, 6, 2 можно попробовать. И потом 9, 2, 6. Тогда 2, 6 попробуй, ну-ка. Так, 6, 9, 2 попробуй. Или было уже 6, 9, 2. Я не помню уже. Попробуй. Ну, давай. Во. Так, 2. Капец, я перебрал все ходы. Ни одна комбинация здесь не подходит. И чё? Воу! Да ладно! И это весь код? Тогда какого фига вы мне морочили с этими субботами и 9 числа и 2 часа дня? Чё за херня? Оказывается, вот какой код. 548. Ё-мазай. Тогда зачем эта записка лежала? Капец. Я вообще поражаюсь. Я-то думал, код будет в той записке, где написано 9 числа. 9 числа в субботу. Капец. Чё? Приглянись. И чё? Одна только мысль, что на самом прекрасном произведении искусства нет моей фамилии, убивает меня. Так ты выйдешь за меня? Конечно же нет. Конечно же нет. Твоя фантазия не очень. Так, never forget. Никогда не забывай. А если я не пойду в ту дверь? А, не придется. Ну ладно. Хорошо. Так, давай. Так, и что тут у нас? Шкатулочка, хорошо. Так, тут что? Ну. Оленья голова, ну ладно. Так. Чё за... Вы это видели, ребят? Ребёнок висел на картине. Чё за херня, в смысле? Ну, по крайней мере, это была кукла. Так, а... Блин, вообще не видно ничего. Свет включи. Воу. Здравствуй, мой хороший. Воу. Воу, 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 воу. Тихо. Спокойно. Не бурчи, старичок. Так, это чё? Так, похож на Юлия Цезаря. Так, нет. Здесь слишком много букв, я читать не буду. Только убью время на то, что я записываю. Так, ладно. Так, пошли наверх. Смотрим что-нибудь интересное и забавное. Так, рычаг. Что он делает? Ага, открывает дверь, хорошо. Так, вышли мы из комнаты, наконец. Так, на линии рога насадили ребенка. Замечательно просто. Так, открой. Еще одну дверь открой.
Ничего, в итоге мы не нашли. Ладно. Так, ну что, уходим тогда отсюда. Нам здесь, по сути, заняться нечем. Открываем. Оу, клише с длинным коридором, который будет удлиняться по мере того, как... Ну, почти. Чё? Бенди Плайс. Чё? Возьми. Поверни слегка налево. Да, вот так. Именно. А теперь замри на мгновение. Я хочу правильно передать прекрасные формы твоего тела. I'm not the round. That round. Чё? Я не тот раунд, чё? Ну ладно. Прикольно. Так, хорошо. Чё ещё в этих картинах есть? Они что-то уже заморались слегка, мне кажется. Замазаны слегка какой-то хернёй. Ну ладно. Так, давайте дальше. Пройдёмся. Так. Крыса. Так. Да где... Кто-то пищит? Алло. Так, подожди, тут слишком много книг, вам не кажется, ребят? Кто-то пищит? Где крыса? Я слышу пищание крысы, но я ее не вижу. А, вон крыса. А что, в огонь залезла крыса, что ли? Воу. Эй. Ну ладно. Воу! Нифига себе, люди книги! Прикол. Ну ладно. Так, ну что еще? Нас порадуешь. Дом. Так. Что-то у нас два кресла. Слишком много папок. И какая-то коробочка. Так, а что? Открой. Книжки и еще книги. Хорошо. Так, свечка на окнышке. Так, здесь что? Ничего нету. Здесь тоже ничего нету. Так, там какая-то кирпичная стена, но я, видимо, не могу дверь открыть. Ну ладно. Зато я эту могу открыть. Так. Что-то мне это пяти напоминает, вам не кажется, ребят? Что-то за женщина плачет. Алло! Женщина, это вы плачете? А, мне на вас сосать, ладно. Так, а чё? Это. Ну, мы поняли, что это такое. Ладно. Так, и чё дальше? Так. Так. Очередная закрытая дверь, ладно. Так, вот это чё? Так. Дверь решила закрыться вместо меня, ну ладно. Хорошо. Так, бутылочки. А там чё за бутылочками? По-моему, кого-то вижу. Я, по-моему, за бутылочками кого-то видел. Показалось? Наверное. Так. Окей, чё тут? Первый шаг, самый трудный. Ладно. Так. И мы снова на кухне. Так, интересно, я могу положить на весы свою ручку? Могу. Ещё как. Хорошо. Так, посмотрим, что у нас в кладовой. Кладовая закрыта. Угу, хорошо. Так, я могу выйти, уйти отсюда? Я не хочу на кухне быть. Не могу. Значит, я должен здесь что-то найти. Так, здесь ничего. Здесь... какая-то... Что-то похоже на кастрюлю. Так. Почему-то начинают летать овощи. И они, по-моему, начинают быстро гнить. Реально, они начинают быстро гнить. Оу. Так, чеснок полетел. Ребят, чеснок полетел. Значит, можно войти в... Так, ты... Так, ты с ножами, топ, поосторожнее, алло! Ты меня чуть не... И чё? Воу! Воу, из картины полезали овощи! Воу! Не-не-не, хорош, я понимаю, ты меня хочешь накормить, но эй! Я вообще-то так-то не люблю помидоры, но... И чё? Ну вот виноград я люблю, морковку люблю. Но помидоры? Сначала искал холст. Необычный холст. Чё за херня? И надо было найти нож. Не тот, которым режут хлеб. Это чё, мясо? Нужен был острый, как бритва. Чё, человеческое мясо? Так что я в конце концов взял бритву, а потом осторожно срезал кожу. Её выпивка помогла унять дрожь в руке.
Да конечно, блин, выпил, выпил для храбрости. И чё? Ну я взял мясо, дальше чё? Так. Ага, картина. Так, и чё там? Давай, рисуй. Чё добавишь? Так, и чё это у нас? Фламинго. Хорошо. Фламинго. Так, здесь что? Нельзя открыть. Здесь, здесь тоже нельзя открыть. Ладно. Так, и чё? Ну, фламинго. А чё? Какие мечты? Непонятные сны. Не мечты. А это сны. Так, и чё? У нас здесь... Опять, что ли? Из огня до полымя, да? Ну, видимо, да. Из огня до полымя снова. Хорошо. Так, у нас здесь лифт. Куда поедем? Давай, повернем ручку сюда. Нельзя? А, только туда можно. Ну, хорошо. Чё, нет? Эй. Меня возьми. Ну, давай же. А? Эта ручка не работает, ребят. Не, лифт не работает, ребят. Извиняю, но лифт не работает. Ага, нельзя выйти уже обратно. Окей. Так, а... А, я перевешиваю, что ли, типа? А, и чё теперь? И чё? А чё я могу сделать? М? Чё я могу сделать? Алло? А что, взять должен? Надо подпрыгнуть как-нибудь. А чё? А, дверь должен был закрыть. Ё-мазай, блин. А ты вообще не понял, что мне делать. Я, главное, такой стою, думаю. Думаю, а чё лифты не работают? А оказывается, надо было дверь закрыть. Ну-ка, если я открою. Не, нельзя открыть. Так, о, женщина! Там какая-то женщина. Чё? Пас кэчу он. Прошлое ловит кого-то. Ну ладно. Так, и чё? Всё, приехали? Алло. Да, мы приехали, хорошо. Так, ну-с. Давайте посмотрим, что там у нас интересного. Может, даже и закончим на этом. Так, дверь. В какую бы мне войти? Ну, давайте. Вышел месяц из тумана. Вынул ножик из кармана. Буду резать, буду бить. Всё равно тебе водить. Вот сюда. Окей. Открываем. Не открывается. Окей. Ладно. Значит, здесь нельзя рандомно использовать двери. Так, да? Отлично. Ни одна дверь не открывается. Зашибись. Вон еще дверь, кстати, какая-то. А это что? Так. Ну, тут уже слишком много картин, если честно. Ключик! Так, вот теперь я могу выбрать... Вот теперь я могу открыть ту дверь, которая мне нужна. Ну, или нет. Ну ладно, давай вот это откроем. Так, тут что у нас? Почему остановилась? Чудесная мелодия. Дорогая, прошу еще немного. Только дорисуй вот эту часть. Ну, не заставляй меня умолять. Ну, окей, чё? А чё, ты так возбуждаешься от музыки, что ли? Так, ладно. Нельзя открыть, окей. Так, это чё? Ага, вот. Та самая дверь, которую нужно было открыть под ключ. Ну ладно, давайте зайдем сюда. Может, что-нибудь интересное здесь найдем. Слушайте, а я могу, наверное, выйти сейчас? Давайте пока что на этом закончим. Поскольку игра интересная, но пройти ее за раз будет не получится. Нужно делить на несколько частей, чтобы ее полностью пройти. Спасибо, что вы меня смотрели. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте и удачи!